И в продолжение темы по раскрытию преступлений Самара занимает первое место из городов-миллионников Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в городском управлении МВД, подводя итоги прошлого года. В 2014-м в Самаре было зарегистрировано более 20 тысяч преступлений от хулиганств до заказных убийств. По данным полиции, по сравнению с предыдущим 2013 годом, их число снизилось, а раскрываемость увеличилась в среднем на 10%. По основным видам преступлений практически по всем идет снижение зарегистрированной преступности. И практически по всем видам, начиная от убийств и заканчивая кражами, идет повышение числа раскрытых преступлений, повышение раскрываемости преступлений. Меньше стало происходить уличных преступлений, в среднем на 16%. Усилился полицейский контроль в общественных местах. Что касается автокраж, их число уменьшилось на 40%. Было задержано несколько преступных групп автоворов.